Делу время, потехе час. Трудовой семестр 2023-го выдался насыщенным и богатым на события. На передовую вышли 846 молодых и энергичных. В городе было сформировано 85 студенческих отрядов. Участники активно работали не только на благо Бобруйска, но и всей Беларуси. Юные бойцы получили новые ценные навыки и море положительных эмоций. Молодежи, конечно же, очень нравится работать в летний период. Это возможность получить заработную плату, это возможность обрести новых друзей, возможность прокачать себя и получить опыт не только в своей будущей профессии, но и приобрести какой-либо новый опыт в той или иной сфере. Впереди планеты всей. География работ поражает воображение. Бобруйский, Кировский и Кличевский районы также оказались в поле зрения у юных тружеников. Молодые активисты добрались буквально до другого конца республики. Подростки успели приложить руку к строительству атомной электростанции в Островце. Спасибо большое за то, что дали такую возможность, как поработать, познакомиться с очень многими ребятами. Приобрел очень много друзей. Очень замечательно все было, и была возможность даже получить хорошую зарплату. Во-первых, мне хотелось поблагодарить сам БРСМ и организацию моего колледжа за то, что предоставили возможность вот побывать на таком масштабном проекте на самой атомной электростанции. И да, мне очень понравилось находиться там. Тот коллектив, те впечатления были очень хорошими для меня. Научился я много новому, и этот опыт был для меня бесценен. Яркая молодежь. Студотряды колледжей проявили себя во всей красе. Ребята организовали обширную творческую программу. Бойцы показали видеовизитки, где рассказали о своей деятельности и успехах. После концерт. Молодые и креативные удивляли своими талантами. Песни, танцы, юморески и даже настоящий показ мод. Зрители и жюри зарядились положительными эмоциями на год вперед. Такая работа дает нам возможность научиться чему-то новому, увидеть что-то новое. Также, может быть, решить, куда нам идти в дальнейшем. Найти, может быть, даже какие-то связи. Новый год, новые достижения. 2024 откроет для молодых тружеников еще больше перспектив и горизонтов. Город может гордиться подрастающим поколением. Будущее Беларуси в надежных руках. Юлия Вернер, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.